Что же, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Стивен, и сегодня продолжение Turbo Dismount, ну как же без него. Мне даже уже самому захотелось поиграть, потому что сколько я не играл, день, наверное, целый. Так, и я уже тут полистал, посмотрел, что половины карт мы же с вами не проходили, и решил вернуться к ним, почему бы их не пройти. Все-таки проходим игру, ну потом еще, может быть, просто так поиграем. Так, да, кстати, здесь нас не было. Так, давайте посмотрим вообще, что мы тут где можем поставить. Здесь, значит, да. Здесь, по-моему, такой стоял, да? Ну, давайте, значит, попробуем нашего мазохиста пустить на тракторе. Нам. Что за фигня вообще? Ух, ё. Так, телефон молчи, молчи. Ладно, давайте мы начнем заново. Я пока что гляну, что это такое. Антигриф. Ну, так, ладно. Сейчас не об этом. Сейчас я даже не знаю, что взять. Ну, давайте. Мы же с вами... Его что, повесили, что ли? Ё-моё. Мы же с вами, даже не знаю, рискованные парни, короче, едем на стоке. Короче, давай, поехал, Вася, давай. Быстрее, давай. Что ты там ведешь? Пельмешки мне? Давай пельмешки мне вези, тварь. О! О, ух ты ж, но мало, ну хотя 3 ляма 735, ну, мне кажется, это немало, да? Так, ну где там время, давай уже, наконец-то, так, я бы хотел посмотреть повтор уже по-нормальному. Так, вот мы, значит, едем, да? Едем, камеру переключу, машину я хотел бы. Здесь вот машина вот нас сбивает. Как мы вот просто в лобовуху. На! Блин, вот если бы не наша машина, мы, может быть, дальше бы полетели бы по мосту. Ну, хотя не по. Да. Ну, короче, ничего интересного. Давайте тогда возьмем просто другую машину. Например, вот Хаймер. Мазохист точно в деле сегодня. И попробуем залететь, опять же таки, на мост. Нет, ну, блин, вот... Я ненавижу, когда перелетает. Ну, хотя лямпу учили. Так, ладно. Карта фигня, мне не нравится. Идем, значит, дальше. Ну, это такая же карта, ну, в ней просто ничего особенного нет. Ну, полетаешь ты сейчас боком, так сказать, да? И все. Давай, мазохист, полетел. Так, ну. Получаем урона в машину и еще плюс 200. Так, я просто показал вам эту карту, мне кажется, что тут ничего интересного нет. И, кстати, у нас не было здесь, это я уже вчера понял, когда смотрел один видос по этой игре, да. Вот, и понял, что на этой карте-то мы еще с вами не играли, пропустили мы ее. Я даже не заметил, как мы ее пропустили. Надо будет пересмотреть. Так, ну ладно, давайте посмотрим, где объекты можно поставить. Так. Ну, вот здесь бы я... Впихнул ускорялочку и здесь. И попробовать просто переехать. Даже не знаю, что это. Какое-то шоссе огромное. Давай. Ес, переехали. Раз, так. Нет, только не автобусы. Ну почему? Почему? Я не хочу даже повторы смотреть. Я почти переехал. Нет, все это. Это не считается. Давайте заново. Да блин, что за фигня вообще, а? Почему я не могу нормально? Вот, хотя бы так. Ну, сейчас у нас тут... А, нет, просто крыло. Здесь сбивают. Ух, как мы отлетели. Ну, переедешь? Нет. Не переехал. Блин, ну зато мы мало очков набрали. Так бы у нас было бы 3 ляма уже, да? Повтор нам не нужен, спасибо. Так, даже не знаю, что же взять. Что же взять? Просто вот самую такую вот крутую машину, которая нам здесь поможет. Конечно же, бульдозер. Что еще тут можно взять? Ну, блин, логически, если подумать, то, конечно же, бульдозер. Давай! Вау! Красиво такая. Ни хрена себе, он дымит. Давай! Вот! Тут! Тяп! Да что за эпик фейл? Ну как так можно было, бордюр, застрять? Ты бульдозер или кто? Давай, езжай быстрее, пока тебя машину не сбили. Минус одна машинка, кстати, прикольно полетела. Нас
Нас бить не могут. Да! Да, 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 давай! Да! Да, 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 мы переехали! Набрали, правда, очень мало очков, но мы с вами все вот это вот переехали. Это круто, это круто, просто. Да, детка, я переехал. Это крутяк на самом деле. Давайте побыстрее включим. Едем, значит, на-на-на, всех раскидали. Даже два автобуса мы снесли. И вот, доехали мы. Пальма — это наш финиш, короче. А давайте мы попробуем вот на этой вот штучке. Просто я хочу посмотреть, что будет у нас. Мне кажется, сейчас какой-нибудь эпик. Да нет, эпик с этой штукой. Да нет, никак, вообще. Да нет, ай-яй-яй. Улетел, ну. И он опять же таки доехал. Правда, без нас, но он доехал. Да. Да. Жизнь боль. Так, ладно. Ну, на этом уровне мы уже все посмотрели. Даже прошли. И переходим уже к новой какой-нибудь карте, на которой нас еще ни разу не было. Тоже типа минное поле. Почему тут красно-синий, что? Так, ну давайте тогда возьмем наподобие какую-нибудь такую же тачку. Не быструю, не медленную. Да, вот это вот. Так, ну и что мы тут должны сделать? Раз били, да? Ну что, два сбили, что дальше? Вот мы поворачиваем бачком, почти наваливаем. Но, и в итоге-то что будет у нас? Мы тупо будем кататься туда-сюда? Я вообще не понял смысл этой карты. Так, надо конфетку схавать. Надо схавать конфетку, потому что... А, машина, самое главное, едет еще. Так, ладно, берем, значит, самую мощь. Мазохист не в деле сегодня, я смотрю, да? Нифига не хочет. Ну ладно, короче, карта фигня. Карта фигня, мне не понравилась. Идем дальше. Так, здесь типа мы гоним от копов. О, чё, серьезно? Тут есть коповские тачки? Ну-ка, давайте, как на картинке, возьмем вот эту вот тачку розовую и поедем. Ой, сами управляем еще? Бачком. Да, блин. А, тут еще можно стрелочками управлять, и это хорошо. Но, блин, я хотел большего. Давайте берем. Так, заворачиваем. Наваливаем. Догоните? Ха-ха, вот это... Да, просто обманул. Догонишь, не? Никто не собирается меня догонять? На! Крутяк, просто гонки. В турбо дизмаунт. А я думал, здесь такого нельзя. Ну нет уж. Я что-то засмотрелся на автобус. Блин, ну как так-то? Ну прикольно, на самом деле. Я вот сейчас что думаю. Если они меня почти на этой машине догнали, а что будет, если я поеду на тракторе? Где трактор будет? А? Вот он. Full speed, да. Держись, мазохист! Нет! Все, меня поймали, ну как так-то, блин? Главное за что? За то, что я просто еду по городу на тракторе? Давайте его по-нормальному посадим. О, типа честь отдает, давай. Правда, почему двумя руками? Вот это странно. Ну, олень, да держись ты давай уже. Ох, почти меня перевернули. Я хочу на себя наехать. О, бачком просто, ну, нет, не бачком, просто дрифтует, пятаки делают, да? Давай, еще чуть-чуть, и мы на него наедем. Не знаю, зачем я хочу наехать. Ну, наверное, просто получить очки. Так, ладно, давайте берем последнее, что мы берем. Нет, предпоследнее. Так, мазохист в деле, значит, у нас, да? И поехали. Вот, надо сейчас посмотреть, какие объекты можно поставить. И... Ай! Поцеловали меня. Так, давайте посмотрим, можно ли тут поставить объекты, и где их вообще можно поставить. Вот здесь, да? Ставим минки ставим. Дальше. Здесь... Да, здесь можно, наверное, тоже, наверное, поставить минки, почему бы и нет, да? Ладно, или вот это вот фигня, что это такое? Я хочу вообще посмотреть, что это такое. А здесь поставим минки, все, отлично. Так, нет, флайт камера мне не нужна. Так, давайте его посадим по-нормальному. Во, все,
Поехали. Да, куда без меня-то? Я выпал. Он... Гопы меня переехали. На! Ну, прикольно, прикольно. Но... Ничего прикольного не вижу. Сядь нормально. Блин, мазохист, мне заколебали твои позы. Так, объезжаем. Давай, за мной, ну. Блин, она не управляется. Давай на мину, чувак. Я вылетел. Они почти на мину наехали. Сейчас я их хотя бы в тачку свою направлю на мину. Может быть, за мной погонится. Давай. О, себя сбил. Красава. И он почти на мину наехал. Давай. Ну, блин. Нормально они меня переехали. Давай, на мины. Да, миссия выполнена на мины. Отлично. Получай ачивку, чувак. И мы переходим к следующей карте, потому что эта карта прикольная, но, можно сказать, сразу надоедает. Fast Lane. Ох, ё-моё, прикольно. Так. Опасно. Так, поехали. Ну, слышь, что это ещё, совсем что ли? Объекты можно ставить? Только здесь? Окей. Чтобы всех сразу сделать, конечно. Так, отлично. И погнали. А, он тут сам управляет. Блин, я такой упор. Упор, сам хотел управлять. Ну, давай. Наехали. Раз. Ну и все. Я скачусь. Ну, по голове проехали немножко. Ну, блин, ну почему следующие карты вообще какие-то отстойные? Ну, блин, я сейчас плакать буду. Нет. Поеду-ка я, знаете, на чем? Есть у меня тут одна идейка, на чем-то съездить. Ну чё, братцы, поднимаемся? Давайте, кто кого? Я или вы меня? Ну. О, один уже вылетел, меня прям остановился. Что за наркомания, а? Они чё ещё перепрыгивают-то? Чё за фигня? Почему они просто перепрыгивают забор? Все. Физики ноль. Я хочу на ту стрелочку найти, да, давай. Ты хер ли остановился? Мазохист, ну ты чё, совсем шо ли, а? Короче, идем на новую карту, это тоже... Хрень, да. Так, о, тут у нас что-то связано с трамплином. И что, машины здесь нет? Ну, блин. Ну, тяп. Пусть так будет, давай. Поехали, а я пока что еще захаваю конфетки. Не, по-моему, не доим. А? Доехали. Ну и что? Я просто ничего не понял. Вот. Честно говорю, ничего не понял. Берем наш наркоманский автобус и поехали. Давай. Блин, для автобуса это медленно. Ну ладно, пусть едет. Типа на нас должен упасть поезд, да? Ну! Блин, о, вот это да. 140 и 140, вот это я получил. Наркоманская карта, я хочу вам сказать. Очень наркоманская. Ну, я думаю, без повтора тут все понятно. Можно это 18+. Да, вот как-нибудь вот так сделаем, чтобы это не было видно. Так. Не, мотоцикл хочу, байк. Так. Поехали. Так, да нет, надо было... Тележку брать, ё-моё. Надо было брать тележку. Да нет, слишком медленно. Мы просто сейчас сделаем вот так. Да нет, тоже быстро, сейчас разгонится. Блин. Что же делать? На чем поехать-то? На скутере, ё-моё, скутер. Поехали. Санчес в деле. Так, ну, давай. И... Просто миллиметр был, миллиметр, считайте.
Так, хорошо. Я не остановлюсь. Не за что. Я еще раз попробую. Не, или... Накроет! Да, детка, накрыло! Просто! Крутяк. Ну, набрали очень мало моих скоров. Это очень печально, но... It's mount complete! Крутяк. Так, ну и здесь тоже без повтора. Все хорошо. Понятно. Так, что у нас здесь? Ух, ёперный театр. Что за наркомания? Значит, едут ниоткуда, въезжают... Въезжает ни в куда. Никуда. Никуда, да? Так. Амби. Конечно же, ускорялочку. Что я еще тут могу сказать? Конечно, ускорялочку ставлю. О, и здесь тоже можно. Ну, давай. А потом я устрою наркоманию здесь, попробую. Поставить в конце просто минки. Что вот здесь вот сейчас будет вместо вот этой последней ускорялки поставить минки. Ох, ох, вот это да! Сальтушка, на-нафиг. У нас оторвало руку одну. Капец же скач. Так, все, хватит. Так, на этом видосе, наверное, ставить надо 18+. Берем наш любимый драгстер и погнали. Ох, ё-моё, я улетел. Я сюда перелетаю. Невидимая стенка, встречай меня, давай. Ну, дай я тебе поцелую, это ё-моё, чё за фигня? Это что там рядом с нами типа летело? Он разворачивается, едет обратно. А, он вспомнил, что забыл меня. No comments, пожалуйста, no comments. Ну, раз так, тогда мы сейчас сделаем вот так. Отлично. Поехали. Full speed, ё-моё, да и сейчас еще плюс ускорялка. Я за 5 летаю. О, дает. Даже не повредили. Прям как с завода. Так, ладно, иди нафиг, мы сейчас возьмем, да блин, зачем мне объект, я опять путаюсь, нам нужен, ладно, так уж и быть, Трафтер, я тебя возьму, самое главное, чтобы сейчас не упасть, мазохист, держись, мазохист, ох, он улетел, вот это да, ох, вот это да! Обязательно надо посмотреть повтор. Мы набрали 3,91 тысяча. 3 лям, короче, 91 тысяча. Так, переключаемся на нашего любимого мазохиста. На нафиг. По нему проехались. Подорвались. Ну, не на нем, а... Короче, он тоже подорвался, да. Да. Ням. Скейт. На скейте мы еще не катались. Давайте, поехали. Ну давай, побыстрее что ли, ё-моё. Мне кажется, ничего такого не будет. Хотя 50 миль в час мы должны забраться. Мы забрались. И. Мало. Все. Переходим на новую карту. Так, это у нас последняя карта. Да. Ну, снимать я буду, конечно, продолжать снимать, как же без этого. Ага, ну, типа, той, на которой мы сейчас... Ну, не сейчас, а играли уже. Так, ну, поехали, что еще сказать. Поехали. Так, оп. Там что, вода? А, тут еще дорога. Охренеть, ну что. Я хочу под поезд. Надо сделать так, уловить, чтобы вот мы сейчас уехали под поезд. Он въезжает, и мы выезжаем. Нет, блин. Надо было еще раньше ехать. Бедный Хаммер, ё-моё. Ну, самое главное, что еще на ходу. Если что, можно продать. Да. Так, ладно, не хочешь у меня циферки появляться. Едем... дальше. О, так, смотрим. Вот он едет, да? И мы стартуем. Давай. Нет!
Фух, да блин, он опять, да как так-то? Чё так быстро-то? Так, я заново поеду. Я должен уловить этот момент. Всё, поехали. Поехали, поехали, поехали. Нет, только не бульдозер. Да тварь ты что ли, ё-моё, как так можно? Да, но тут также у нас с вами наркомания. Да, зачем я начал заикаться? Кто бы мне подсказал. Так, ну ладно, давайте посмотрим, что у нас. Вот он въезжает. Вот мы сейчас медленно поедем. Чё за херня? Что? Что сейчас было? Что за баг такой был? Ё-моё, что за фигня? Вот ты олень, что ли, а? Оленевод, похоже. О, вот это вот я понимаю, батька. Давай, сбей меня, сбей! Да ё-моё, как так-то? Ну, всё. Всё. Идём на какую-нибудь другую же карту. Я хотел бы пойти бы вот на эту карту, почему бы и нет. Так. Скорялки стоят, отлично. Так, берем. Берем. Да, пускай все-таки будет хаммер. Только сесть надо типа поудобнее. Во! Full speed еще плюс. Да вообще сейчас будет шикарно. Чики-пуки сейчас будет. Давай, Вася. Ты должен доехать. Ну. Да, почти! Куда ты начал поворачивать, ё-моё! Давай на облако приземляйся. Как он так летит? Ой, как это было жестоко. Ну, дали только 27 тысяч? Не. Мало. Берем нашу спортивную тачку. Держись, олень. Вот. Ну, где-нибудь вот так вот. Скорость, наверное, потому что сейчас еще плюс ускорялки. Я боюсь, что перелетим, а хотя мне это тоже надо. Надо было выжимать Full Speed. Шик! О! Просто подлетели еще выше. Давай. Блин, машина быстрее начала лететь. Но ты что, зачем ты отцепился? 600. Мало. Я хочу побить рекорд, и после этого только я закончу. Так, ладно, почти Full Speed. Ой, я выпал, ты меня забыл. Машинка, ну ты куда? А меня забыл забрать. Я упал же. Но я урон еще получаю. Ну, никого-то не скачь. Ну ладно. Ну, наверное, на этом уже пора заканчивать. Ну, потому что... Я бы еще хотел бы сейчас сам записать, потому что я в казино самый разгар. Там с казино связано, да, ну, это вы узнаете уже в серии по сампу, вторая часть сампу будет, короче, выйдет сегодня. Вчера хотел записать, но не получилось записать. Вот, ну что же, с вами был Стивен, подписываемся на канал, обязательно поставь лайк, хотя здесь эпика не было, без эпика скучно, да? Сейчас мне будут писать в комментарии. Вообще, фигня, Стивенсон. О, дизлайк, отписка. Да нет, ну, все равно это просто сегодня вымотался. Да, вымотался я сегодня. Помотали, так сказать, меня. Вот. Да. И поэтому что-то мне не весело. Настроения нет, ты мне не весело. Там просто, так сказать, самое то настроение, чтобы идти играть в сам. Да. С вами был Стивен. Не забудь поставить жирный лойс. Написать какой-нибудь комментарий. Ну хотя это не обязательно. Лучше вступи в группу ВКонтакте, которую я создал недавно, 3 дня назад. Да. Так что вступайте в группу ВКонтакте, там вы можете узнать все новости, все игры, которые я буду снимать, хотя я еще этого там не написал. Ну и также пишите, в какие игры поиграть, там обсуждение у меня есть. Вот, так что вступаем в группу ВКонтакте, это просто, вот просто обязательно. Вот. Ну а сейчас я вам хочу сказать всем просто удачи, огромнейшей удачи и пока.